Ростовой портрет в студии и на пленэре. Главное в работе над этим проектом под условным названием «Я и мои друзья» было соблюдение сроков изготовления. Отобраны были 12 человек, для каждого из них назначен образ. Кроме того, на основании характера и темперамента изображение было снабжено соответствующим афоризмом. Итог проекта – календарь форматом А4.